Річним струмом це було якось пов'язано. Дякую. Ну, дивіться, коли ви проходите Сангая 3 недели назад, і спустя 3 недели щось произошло, то це ніяк не зв'язано ні з чим. Взагалі, я хочу вам сказати, що недостатньо пройти один раз Сангая. Для того, щоб Сангая подействовала, необхідно його проходити місяць. И тогда что-то будет происходить. Почему мы попадаем в какие-то вот такие нюансы? Дело в том, что если разобраться в когнитивных таких состояниях человека, почему с ним что-либо происходит, ведь он ничего плохого не делал, то оно, как правило, связано с тем, что человек очень разочаровывается и очень обижается, и прям так обижается, что прямо разочарование, обида такая, что прям жить не хочется. Это может одну секунду действовать, но эта одна секунда подействует так, что его либо там по голове ударит, либо током ударит, либо на машине. Почему? Вы хотели, говорите, да блин, а это воспринимается как программа сокращения жизни. То есть это выглядит так. Ой, как же меня разочаровало, меня так разочаровало, лучше бы я сдох, или лучше бы я вообще не жил, лучше бы я вот этот период вообще не видел, как будто меня не было, эх, вообще. И вот этот вот период, он может быть такой экзальтированный, очень мощный, энергетический, прямо ненависть такая смешанная с разочарованием сумасшедшим, с чем угодно может быть связано, может в кино это быть. Вы смотрите, но там наша энергетическая структура вся, и восприятие нашей матрицы жизни, нашей жизни, она как зеркало, в ней отражаются те события чувств, которые возникают. И могло это чувство, которое у вас возникало, оно могло отразиться. То есть, ай, как же я разочаровалась, вот так вот. И там могли в ком угодно разочароваться, в политике, в каком-нибудь там, в чем угодно. И это вот в дальнейшем могло вот так повлиять. Поэтому вы не там ищете. Вообще не там, вообще.